С ней связано ужасно много смешных вещей. Она же была бывшая мастерская Серова, который был президентом Академии. И там стоял громадный шкаф. Эта высота была, ну, примерно в два раза больше, чем вот эта вот мастерская. И во всю длину стояли какие-то большие шкафы. И однажды пришла какая-то комиссия инвентаризировать вещи. И вдруг из этих шкафов посыпались кафтаны, эти, в смысле, крестьянские полушубки. Самое было фантастическое – это пальто Ленина с простреленной дыркой, которую он неоднократно писал. Там был просто его весь инвентарь, и он лежал в этих шкафах. Там было фантастическое Моль количество висел? Вещей. А? Нет, конечно, это все было уже там в моле, все, поэтому это все выгребли и выкинули, и все. Вот, ну и, по-моему, разобрали эти шкафы, или, может быть, их оставили как полки. Сейчас я даже не помню, я помню просто вот это удивление, когда выпало на нас пальто Ленина, которое я видела точно, что оно в музее Ленина висит. Я не думала, что есть два пальто Ленина. Потом, когда я была в Польше, я увидела третье, потом я была в Венгрии, я увидела четвертое пальто в Венгрии, по-моему, в Берлине пятое пальто, и тоже с такой же дыркой. Ну, в общем, в каждом музее Ленина было свое пальто с дыркой. Вот. Так что... А потом случилась ужасная вещь. А за эту картину я получила премию Московского комсомола. И вы знаете, со мной перестали разговаривать мои друзья. Просто. Я помню, было... Ну, просто, как это, на скрип вошел. А именно на скрип от друзей. А что же это? А, это дверь, да, которая так? А мы, наверное, не закрыли железную дверь, и там, наверное, ветерок. Ну вот, и потому что я решила, что комсомольск... Мне было так странно, я же делала совершенно про другое. Как же они... не поняли, про кого я делала. Там же такие милиционеры сидят. Мне полк милицейский опросил отношения из академии, брала. И где-то там на Соколе был, или на Динамо, я сейчас не помню, где-то был здесь милицейский полк, и я была на построении полка и смотрела, как они расходятся, как они вот это окружают. Потому что ну, все же воинские учения, они... как были, так же и происходят. Вот. И я до сих пор, когда вижу верховых милиционеров, я всегда вздрагиваю, смотрю, как они так же сидят или не так, или что-то поменялось в них, какой-то такой условный рефлекс. Okay. И я помню, что я хотела, мне казалось, что эту комсомольскую премию надо обмыть, вообще ее прогулять все, а там же она еще денежная была. Какая-то, не помню сколько, но, в общем, чем-то немножечко денежно была. А тут еще мое день рождения. Я помню, я зову Диму Жилинского, первого, кого я звала, любимого Диму Жилинского. Я говорю, Дима, надо обмыть комсомольскую премию. Он говорит, комсомольскую премию обмыть? Никогда. И я говорю, Дима, у меня же день рождения. А день рождения – это другое дело. И всех уже я тогда приглашала и говорила, у меня день рождения. И, в общем, честно говоря, мне немножко было грустно, потому что грустно было, во-первых, что не поняли ее, грустно, что, в общем, ко мне стали плохо относиться. И вот до той выставки 75-го года, про которую я уже говорила, на Вавилова, ко мне весьма плохо относились. То есть, вернее, я стала сразу таким официальным художником. У меня сразу в правление Союза художников СССР выбрали. Меня начали приглашать на съезды. Я сидела на трибунах в Кремле. Там. То есть я была уже таким своим
официальным человеком, который сделал революционную картину и пойдет по революционным уже дальше пути. Вот, но не тут-то было. Да, и с, да, с премией это было очень смешно. Благодаря этой премии, в общем, я увидела, какой великий мир, какая большая земля, оказывается, у нас. И то, что я была в Италии, это была первая ласточка. После Италии, когда я приехала, Господи, как мне хотелось рассказать всем друзьям, ведь мы же ничего не видели, мы же не знали, мы видели черно-белые репродукции в издательстве «Карвина» на венгерском языке, как выглядит там Пьеро дель Франческо, кто знал, как выглядит Пьеро дель Франческо в действительности. Мне так хотелось это все рассказать. А мне говорят, да пошла ты со своей Италией. И все. И я поняла, лучше не рассказывать про Италию. А тут, значит, всех ребят, которые были награждены, я тогда расщедрился, московский комсомол, и наградил несколько человек. Ну, была первая премия, вторая премия, третья по скульптуре, по живописи, по рисунку. Так что набралось довольно внушительное количество комсомольцев. И решили нас отправить в Дубровник. Ну, чтобы мы могли отдохнуть, посмотреть мир капиталистический и так далее. Там социалистический он тогда был. Ну вот. Я помню, сидели мы, оформлялись в этом самом... перед кабинетом, не помню, это райкома, партии или что-то такое. И вдруг, значит, выскакивает какой-то молодой человек из кабинета какого-то и говорит, ребят, никто не хочет на Кубу поехать. Все говорят, на Кубу? Это где? Где революция, что ли? Не, не хотим. А нам обещают Дубровник, море, красота. Я говорю, я хочу. Можно я поеду на Кубу? Это было нечто фантастическое. Значит, там референт неправильно взял билет. Я поехала в составе лучших комсомольцев города Москвы покорять кубинских этих комсомольцев. Или там, кого они там были, патриотов, компатриотов, не помню. Мы должны были показать все достоинства нашего образа жизни, поэтому мы были вот такими. Я попала в группу совершенно фантастических людей. Это были молодые люди до 30, по-моему, или 35 лет. У нас, по-моему, молодежь до 35 лет тогда считалась. Вот. И референт тогда взял неправильно билеты для того, чтобы не платить большую неустойку. Аэрофлот повез нас на сутки в Париж. Представляете, на сутки в Париж. Потом на один день и одну ночь в Мадрид. Потом на какую-то португальскую колонию Санта-Клара на остров. А потом только на Кубу, где мы провели роскошные 20 дней. В полном совершенно нирване, вокруг океан. Ну, понимаете, что такое Париж? Мы все бредили Парижем, и вдруг я еду, лечу в Париж. Лечу в Париж. Я была вооружена картой. Я села около консьержа и глазами побитой собачонки смотрела в окно и понимала, что мне никакой этот комсомольский деятель не разрешит выйти даже на улицу. Мы были без визы, без денег, без всего. Ну и когда наступило там 11 или 12 часов ночи, ко мне подошел руководитель группы и сказал, а ты что, Париж знаешь, что ли? Я говорю, знаю, у меня карта есть. А он говорит, и что, все найти можешь? Я говорю, конечно, все найти можем. Мы можем дойти до Монмартра, это было через весь Париж, пройти и вернуться обратно. Он говорит, да. И мы пошли втроем, значит, наш этот самый стукач, руководитель группы и я, мы пошли втроем по Парижу. Более счастливого состояния вообще, когда ты идешь ночью по Парижу, потом приходишь под утро
Сакре-Кёр. Потом видишь этот божественный Париж в лучах солнца. В общем, к 8 утра, когда нужно было завтракать, мы были уже значит, в отеле к своему круассану и к своему кофе, и к своей группе, которая нетерпеливо нас ждала, чтобы наконец посмотреть немного Париж. Мы немножко погуляли еще по Парижу уже, я была уверена, чувствовала себя, но это ночной Париж, это утро, никогда не забуду. Я сколько раз туда ездила, жила подолгу в Париже, но это счастье первого никто у меня уже никогда не смог отнять. Ну, Мадрид был тоже неплохо, было очень хорошо в Мадриде. А уж на Кубе, понимаете, я больше уже, я была много раз в Мадриде, я была много раз в Париже. Но на Кубе, я думаю, что я никогда больше не поеду. Во-первых, далеко лететь, во-вторых, что там делать. Но это было сильное впечатление. Эти витрины, эти пустые витрины, на которых висел красный этот самый лозунг «Да здравствует революция» и металлическая кружка, как единственный предмет, который... Там ничего нельзя было купить. У них ничего не было. И вот это понятие, что принесла им революция, это очень было наглядно. Они сидели в роскошные особняки. Там каждый особняк был не похож на другой. Там каждый архитектор должен был строить другое. Поэтому один особняк был роскошнее другой. На пороге этих роскошных особняков с великолепными этими полами сидели эти нищие люди. Нищие, разутые, разетые. Женщины там ходили... Женщина прилично должна ходить в колготках. Колготки давно прорвались. Поэтому женщины ходили, на них были такие эти самые сетчатые, просто такие дырки от колготок. Но они ходили в колготках. Это детвора, которая кидалась к нам, и мы давали им, нам сказали, надо взять карандаши, там что-то еще забыла. Карандаши. Вот карандаши пользовались бешеным успехом, потому что не было карандашей. Ой, это было, конечно, ужасно. Одновременно существовали роскошные отели, роскошные рестораны, ночной Тропикана, где тебя обслуживали там четыре негра. Никогда меня не обслуживали, как этой загнивающей несчастной Кубе, когда у них была работа в ресторане. Четыре негра стояли и только из-под меня что-нибудь уносили или, наоборот, приносили. Это было очень сильно. Это было совершенно феерически. Вот это вот была награда за казнь народовольцев. Естественно, когда я вернулась в Москву и сказала, что я была в Париже и в Мадриде, это очень плохо повлияло на моих всех товарищей. Мне многие годы не могли, те, кто не выезжал, многие годы не могли простить этого. Зависть, месть? Не, ну просто чудовищная зависть. Чудовищная зависть. Может быть, надо было радоваться, а не завидовать? Вы знаете, друзья, вот говорят, что друзья познаются в беде. Я давно уже вывела для себя форму, что друзья познаются в радости. Что если ты умеешь радоваться, когда другой счастлив, когда другому хорошо, вот это друзья. А когда скорбь, ну, в смысле, скорбить-то это легче всего. Потому что ты приходишь, говоришь слова соболезнования, и все. А вот порадоваться, это нужно большое мужество. В всяком случае, я это для себя поняла, к сожалению, очень рано. И потом это всю жизнь меня, в общем-то, преследовало. Потому что... Жизнь, ну, я не могу сказать, что у меня такая была сладкая жизнь. Она была с многими сложностями. Вот то, что меня избрали во всякие там
съезды, органы власти и все прочее, это же был анекдот, я же осталась самой собой. И когда направление говорили там что-нибудь, что-то, что надо сделать, а я считала, что это не надо сделать, я говорила, нет, а я против. На меня смотрели как на, ну, как идиотку, 25 человек голосуют за, а одна Назаренко против. А Назаренко опять против. Ну, побыла я эти 4 года, потом перестала быть. Вот. Но за это время я успела много чего посмотреть интересного. Я увидела, как устроены наши органы власти. Увидела, какая жизнь в регионах. Как это все происходит. Это не прошло даром. Это отразилось все в картинках. Это все, в общем-то, вся моя жизнь, это все отразилось в картинах. Сколько могла в рассказах, вот это я вам, наверное, я не знаю, куда рассказывать. Мемуаров я не пишу, многое забылось, а какие-то вещи запомнились. Чудесные были времена, чудесные. Во-первых, была молодая, была хорошенькая. Была, не последнее же лицо, все-таки за мной стояли уже и картинки, и выставки, и то, и все. И поэтому в ставкомах уже участвовала, приезжала как начальство на Синеж принимать группу и так далее, или в Горзуф меня приглашали, или какая-нибудь союзная лотерея там приезжала отбирать работу. Представляете, как это молодой девушке? Это трудно. Это очень трудно. Очень трудно поддерживать отношения с людьми. Очень много про меня плохого, наверное, думали. Ну, ничего, я это все пережила. Как говорится, и это пройдет. Да. Но потом уже наступили какие-то вот другие времена. Уже наступили другие поводы. Вот, например, вот видите там на афише, вот я говорила про фотографа. Вот видите, русское искусство сегодня. Там на афише была моя работа. Естественно, каталог вышел с моей работы. Это какой там 86, 76, я уже даже не помню какой это год. Давнишний год. Вот, каталог вышел с моей работы, пригласительный билет с моей работы, там было много художников. Ну, как вы думаете, это могло пройти вот просто так? Ну, конечно, нет. А, это 82-й год. Потому что тогда меня впервые не пустили за границу. Вот просто так взяли и не пустили за границу. Вашего паспорта нет, Татьяна Григорьевна, в Союзе художников. Как так? Как? Как же? И афиши, и это, и то, и все. А ничего. И стала я невыездной. Меня приглашают куда-то, а я невыездная. Меня начальником там группы СОД приглашает. А я, оказывается, не выездная. Мне говорят чиновники: вы, оказывается, Танечка, не выездная. С таким удивлением, потому что они тоже не знают же, что я не выездная. Вот. И так вот это вот длилось до 86-го года. Вот всего вроде ничего, да, 4 года. Но 4 года тоже надо было пережить. Потому что один раз мне один человек участливый сказал: вы знаете, даже если вы узнаете, почему вы не выездная, вы еще 20 лет никуда
не сможете поехать. Представляете? А я уже немножечко увидела мир. И тебе говорят, что ты 20 лет никуда не поедешь. Я так подсчитала, сколько мне будет лет-то после 82-го года. И представила это практически до сегодняшнего времени. Я могла бы никуда не выехать. Ну, в общем, обратилась я к нашим начальникам, пыталась туда-сюда, союз, это. А никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Ну и, честно говоря, я так и до сих пор не знаю, кто мне помог. Или это уже наступило, так сказать, время перестройки. Значит, и первый раз я выехала в 86-м году на выставку в Западный Берлин, то есть в кап-страну. Не просто так. В капиталистическую страну. Приглашают на выставку поименно Лубенникова, Нестерова, Назаренко и Коник. Я помню, меня вызвал какой-то начальник большой туда, в этот коридор власти на Старой площади и или на Новой площади. И говорит, а не скажите, Татьяна Григорьевна, а чего, почему это вы не столько времени не ездили никуда? Я смотрю на него и думаю, что же ему ответить? Вы же меня и не пускали. Но я ему сказала, ну, наверное, много достойных людей, более достойные, чем я, ездили. Ему мой ответ очень понравился. И он говорит, ну, ладно, идите. И потом я узнала, что паспорт есть. Тут произошла прелестная совершенно история. Значит, мы едем, естественно, возглавлял группу Таир Салахов, но кто-то же должен был от Союза художников возглавлять нашу группу. Вот, и я заказала такси, может, это неинтересно, конечно, заказала такси, я должна была заехать за Наташей Нестеровой, для которой эта поездка была, в принципе, первой. Я приезжаю с Наташей Нестеровой, застаю совершенно обезумевшую Наташку, которая мечется по всей квартире, и ее маму в поисках паспорта. Паспорта заграничного нет. Внизу такси. Время не безграничное. Мы перетряхиваем чемодан. Мы бегаем теперь уже втроем по всем комнатам и ищем паспорт. И я понимаю, что моя первая поездка после вот этого самого, это сейчас накроется, потому что бросить Наташу я не могу, потому что она первый раз едет, и как, ну как человека-то бросить? А если я сейчас не поеду, кроется моя вся дальнейшая жизнь медным тазом. Ну... Такое было счастье, что в какой-то момент паспорт все-таки нашелся. Таксист мчался, как сумасшедший, проклиная нас, на чем свет стоит. И я помню Таир Тимурович, который стоял в этом зале ожидания, который хладнокровно сказал, ну вот и наши девочки приехали. У него мускул не дрогнул. Он не сказал, что мы вообще безобразие, чуть не сорвали поездку, та-та-та-та-та-та-та. Вот и наши девочки приехали, сказал он. Вот. И нас загрузили в самолет. Ну, это было очень сильное для меня. Одно из самых сильных тоже переживаний. Вот это был. 86-й, Западный Берлин, выставка. Я же тогда-то не была на выставке в 82-м, не видела, как мои работы, ничего не видела.
То есть, вернее, я раньше ездила в ГДР на свои персональные выставки, но на Западный, это Берлин, не ездила. А это, подождите, это же, наверное, 86-й, у меня тогда же, по-моему, первые персональные выставки в ГДР были. Вот память какая, надо все время сверяться с каталогами. Я рождение ребенка помню только потому, когда у меня выставка была. Когда казнь народовольцев закончилась, когда у меня выставка вот в Западном Берлине была, потому что тогда Наташке сказала, что я беременна и устриц есть не могу, потому что они никак не усваиваются организмом. И пить тоже не могу. Ребенок чем занимается? Ребенок закончил, у меня двое сыновей, они не занимаются искусством. Один работает с делами, связанными с таможней, другой закончил институт рекламы, полиграфический институт по делу рекламы, занимается этим. К сожалению, никто не рисует. Никогда. Ну, то есть были какие-то попытки, но они... ничем не закончились. Вот, так что, ну а потом пошли выставки, да, потом было вот несколько выставок в ГДР. По-моему, тоже это был 86-й. Может, я уже путаю. А в каких годах у вас посетил коммерческий успех? Надо сказать, что у меня коммерческого успеха никогда особенного не было. Мои картины весьма трудны для восприятия. С ними всегда много проблем. И никогда особенного коммерческого успеха у меня не было. Ну, понимаете, выставки в музеях, те, например, ну, продали... А, ужасно смешно, вы знаете, когда была эта выставка в Гамбурге, вот это русское искусство сегодня, это вот тоже очень забавно, потому что это характеризует наше отношение к Западу. Знаете, мне было так жалко, мне вообще всегда было жалко продавать свои работы. Ну, в советское время особенно никто не покупал, они там, если были какие-то эти договора, ну, знаешь, что уже работа уйдет, комбинатские не считались за работы, так что особенно и они стояли, стояли, и ничего себе стояли, место занимали. У меня была другая мастерская до 89 года, вот, и... Тогда мне было так жалко, уйдут куда-то работы, где она же была продажная выставка в галерее. И я тогда все три работы, которые у меня отобрали для выставки, все три работы сделала повторение. Если вы думаете, что я одна была такая умная, нет. Немцы потом приехали и сказали, что вообще это безобразие. Они отбирали одни работы, а к ним приехали повторения. Повторения делал Андронов, по-моему, Абросов. У меня есть каталог этой выставки. Вот. Так что не только я такая была одна дурочка. А может и не дурочка. Подумаешь, мне все равно, повторение или не повторение. Жалко было. Думаешь, никогда не увидишь, никогда не будет твоей персональной выставки с этими картинами. Вообще, что такое был для нас Запад? Это пропало туда, и все. Мы же никогда не знали, что мир-то откроется, и мы там начнем куда-то ездить, у нас будет что-то такое большое, выставки будут где-то, как-то. Кто мог это знать? В общем, это первая выставка, которую я увидела вот как на Западе, как это в таком роскошном замке было, вот эта вот выставка в Западном Берлине. Это было очень серьезно.
Да, я помню, тогда как раз Салахов договаривался о выставках, например, на нашей выставке был Укер, вот который гвозди, работа с гвоздями. И потом его выставка была у нас на Крымской. Если вы помните, это время было самых блистательных выставок. 88-й, 89-й. В 88-м аукцион Сотбис, в котором я участвовала. В общем, все лучшие выставки, там Розенквист, Маранди, ну, всех Бекона, все лучшие выставки были на Крымской. Это вообще были лучшие, по-моему, годы для искусства, открытия мира. Вот. И вот я помню, тогда вот утром мы сидели в ресторане, ели какой-то луковичный суп. И Таир Тимурович говорил о том, как замечательно, если бы Укер сделал выставку на Крымской. Вот это вот при мне был разговор. Он сделал выставку на Крымской. Вот какое было время. Потом был вот 80... Потом были мои выставки в... А, да, это 87-й, конечно. В ГДР были 87-й. У меня было три выставки в 87-м году, да, потому что это у меня уже ребенок тогда родился. Да. Были в Олденбурге, в Бремене. Где же еще какой-то третий город? А, Леверкузен. Три города были бы с большими выставками, с прекрасными залами, с прессой, с народом и прочее. То есть это было чудесное время. Потом был аукцион Сотбис, тоже было неплохо. А потом все художники разделились на тех, кто поехал за границу в поисках счастья и своего коммерческого успеха, и те, кто не поехал за границу, а остался жить здесь в поисках неизвестно чего. Ну, так у меня был маленький ребенок, то за границу у меня не было никакого смысла уезжать. Ну, куда с двухлетним ребенком-то за границу уезжать? А что с мужем? А? А муж? Нет, ну, муж, да, муж есть, ребенок есть. А куда ехать-то? Кстати, а где он работает? Как у него судьба? Ну, он тогда работал в... Был директором по фильмам на кинопроизводстве. Вот. Но тогда кинопроизводство наше тоже все остановилось, не забывайте. Уже 89-й год, значит, начало перестройки, все закончено. И в 89-м году, знаете, после аукциона Сотбис, вот вы говорите про коммерческий успех, моя работа не очень замечательно продалась. Вообще я там была немножечко случайно, попала туда, на этот аукцион. Потому что были люди, которые готовили свое участие в аукционе, знали, что это такое. И я впервые поняла, как надо готовить успех. Для меня было, что такое аукцион Сотбис. Я даже не знала, что это такое. Мы с Наташей были по приглашению Людвига на его какую-то выставку. Это был как раз перед аукционом Сотбис. Моя главная задача была это купить красивое платье для приема на аукцион Сотбис. Это была моя главная задача. Что такое аукцион Сотбис и вообще, ну, работу отдали, ну и отдала какую-то работу, написала даже специально, чтобы опять не продавать самое лучшее. Да, приезжаем мы, ну, конечно, платье я выбрала с большим трудом. Приехала, ну, и тут всякие корреспонденты, у меня там берут интервью, ля-ля-ля, как вы все это там делали, как вы, чего вы ожидаете. А чего я ожидаю? Я ничего не ожидаю. Вначале был роскошный прием, и на следующий день аукцион. И вот, значит, я прихожу,
и обалдеваю. Я вижу фундаментальный лексикон Гриши Брускина во всю эту стену многометровую. И понимаю, какая я дурочка, что же я дала там какую-то маленькую работу. Люди выдали шедевры. Но тогда я еще тоже ничего не понимала. Мало ли, ну что такое, мало ли кто чего покупает. И потом замечательно начинается, ну все там общаются, обмениваются визитками, улыбаются друг другу, говорят на разных языках. А потом все говорят, а теперь говорят, нужно идти на банкет. Ну и все так быстро-быстро раз и рассосались. Ну, как всегда, на банкет раз и рассасывается вся компания. И ты остаешься. Ну, я говорю, а чего торопиться? Вот Гриша Брускин, у которого самая большая работа, вот с нами стоит, давно не виделись. Значит, пощебечим сейчас немножечко. Ну, все, потом спускаемся. Для Гриши Брускина приготовлено главное место во главе стола. А там много-много было залов. Там первый зал, второй зал, третий зал. Это в центре, там, в Хаммеровском центре. Вот, и много-много нижних таких залов, и такие столы шикарные, полно журналистов, полно всяких богатых людей. У него главное место с женой рядом с лордом Гаури, который этот самый аукцион, как бы, ну не знаю, там, главный на этом аукционе, рядом с человеком, который ведет аукцион, ну и со всеми там богатыми людьми. Ну и дальше. А мы идем. Я, Наташа, Аркаша Петров. Да, идем. Кончается один зал, второй зал, третий зал. В самом последнем зале, за самым последним столом, был какие-то несчастные, там, по-моему, 4 места, куда мы угнездились. Мне было так обидно. Я же была в самом красивом платье, которое вообще я всю Германию выбирала. Не так смотрела на выставку Людвига, а так выбирала это платье. Вот. Но надо сказать, что было совершенно замечательно. Напротив меня сидел какой-то корреспондент западный. Он пригласил меня танцевать, предварительно спросил у моего мужа, можно пригласить вашу даму на танец. Конечно, муж разрешил. И я как улетела, так весь вечер меня и не было. И я ушла от дома Гаури, познакомилась и со всеми миллионерами, и туда, и сюда, и весь вечер танцевала, и мне было так весело, что я совершенно даже забыла, что завтра аукцион и прочее. Тем более, что у меня была назначена встреча телевидения на следующее утро, прямо во время этого аукциона. Короче говоря, когда закончилось мое интервью, очередной какой-то там западный корреспондентом, я примчалась в Хаммеровский центр, как раз попала на свою фамилию. Ну, я там скромно прошла, но все-таки какую-то цену набрала. Вот. Ну, а Гриша тогда заработал 1 000 000 и стал самым замечательным человеком. По-моему, больше всего, больше денег только Линия Родченко. Вот. Ну и тогда я поняла, как делается успех, чем надо заниматься, не платьем заниматься, не танцами заниматься, не общением заниматься, не интервью, а готовить серьезно свою карьеру. Потому что потом все художники, которые серьезно занимались этим аукционом, все они уехали на Запад. Уехал Гриша Брускин, уехал Кабаков, Булатов, ну и остальные, кто собирался жить там. Ну,
все равно это мне принесло достаточно, так сказать, какой-то успех, внимание. Сюда стояли какие-то очереди людей, которые желали купить картинки. Сразу все мои картинки, которые хотели купить, союз художника объявил, какая-то комиссия иностранная объявила, что они являются достоянием СССР и не могут быть вывезены за рубеж. Поэтому лучшие картины мои остались пока при мне. Они-то потом уже были проданы. Ну, а где-то в 89-м году, решив, что все уже встали на крыло и как птицы улетели в разные страны, я решил, что тоже надо вставать на крыло и куда-то там поехать. Ну, и меня заманил один человек, который обещал золотые горы в физическом смысле этого слова. Золотые горы, обещал мастерскую в центре Манхэттена, лофт, вы будете жить в центре Манхэттена, я найду лучшую мастерскую, он был продюсером Майкла Джексона, о чем гордо говорили мне люди, которые познакомили меня. Вы будете там то, сё иметь, вы будете иметь все, что вы захотите. Только не берите, пожалуйста, вашего мужа с собой. Зачем он вам нужен? Он только будет немножечко мешаться. Да, ну я решила, что все-таки возьму мужа с собой, чтобы он мне немножко помогал. А то как-то так слишком уж радужная жизнь оказалась. Ну вот, и приехала я туда. Взяла я самые свои лучшие работы. Ведь мне же обещали выставку, мне же обещали большой успех. Да, в этой мастерской действительно, в начале мастерской не было. Я жила в лучшем отеле, около Центр-парка. Потом мне сказали, что так как еще мастерская не готова, она просто под мои вкусы отделывается, то не хочу ли я посетить какие-нибудь города Америки, чтобы познакомиться вообще с Америкой? Я думаю, черт возьми, я даже не знаю, какие города я хочу посетить. Кажется, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Я два города только знала, что они где-то находятся далеко. Мне сказали, конечно, никаких проблем. Вы будете вообще встречены лучшими людьми, вы посетите миллионеров, которые тоже захотят вообще приобщиться к вашему искусству. Вы знаете, когда я сейчас рассказываю, это было так смешно. Я уже взрослой была, я уже была, вроде можно было понимать, что это все такая разводка, но я совершенно этого не понимала, ведь, понимаете, я привезла для этого человека, который меня пригласил, вещь, которую он очень хотел, чтобы я ему подарила. Я ему подарила. Первое, что я сделала, я подарила работу. Мы же честные советские люди. Обещали, делаем. Я привезла ему большую картину. И приехала к нему и подарила. Он сразу ее забрал с восторгом совершенно. Сказал, что у него